Первопроходцы нового турмаршрута – 40 путешественников из Курска. Эти школьники выиграли различные конкурсы и олимпиады и бесплатно стали участниками проекта «Моя Россия», а также азовских походов Петра Первого. Нам, как азовчанам, очень приятно, что Министерство культуры Российской Федерации, Национальный фонд культуры включили нас в этот маршрут. И, наверное, это логично, потому что Азов – это город первой победы Петра Первого. Это крепость, которую Петр Первый взял в 1696 году, отвоевав ее у Османской империи, очень, очень мощного государства, которое очень редко проигрывала. Ростов-на-Дону, Азов-Таганрог. Ростовская область вошла в двадцатку регионов-участников нацпроекта, принимающих такие туристические группы. В программе трехдневного тура места и достопримечательности, связанные с Петром Первым. Для Полины Переверзевой эта поездка – награда за победу в областном вокальном конкурсе. В этом музее очень много интересного. Здесь собраны большое количество экспонатов со всей России, которые так или иначе связаны с темой азовских походов Петра Первого. Для меня это незабываемый опыт. Я очень рада, что смогла получить возможность узнать что-то новое. Очень здорово, на самом деле. Вот эти все исторические моменты, они очень интересны. Они развивают как бы развивают тебя самого и познаешь много нового. Я вот много нового узнал о Петре Первом, допустим, где он был, какие сражения проходили в Ростове, в Воронеже. И узнал, сам, в принципе, много нового о этих городах. Увидеть исторические культурные памятники вживую смогут многие талантливые дети. В нашей области примут 10 школьных групп по 44 человека из 10 регионов страны. Татьяна Цепелева, Тагир Фатахов, Первый Ростовский.